anything. Oh. Yay! Ух ты! Что, самку? Да. Начнем с самки. Колец у нее нету. Птичка в руках людей не бывала. Так, сейчас я спущусь. Потом. Вот, да, так. Я пытаюсь отходить, я все слишком... Знаешь, в чем плохо съемка на фотоаппарат? В том, что он не фокусируется, когда я буду ближе подносить им дальше на телефон. Можно вообще... Да, можно. Ну, в общем, как бы вот, про технику кольцевания. То есть, из-за того, чтобы лапу освободить, чтобы она еще имени не царапала. Конечно, это никакой не там не ест, все равно. Вот, да, значит, берем кольцо. Внешней стороной наружу. Чуть-чуть разгибаем там его. Ну, сейчас кольцо на правую ногу. В общем, V36 надо будет записать. Угу. Ну, да. Ай. Все равно на какую лапу? Ну, как бы да, но мы пока на правой. Блин. Помощь? Да, сразу кусь помощь. Сломал, что ли? Нет, бывает ломается. Так смотрит, вы кто? Кто вы? Такой спокойный. Что вы здесь делаете? Кто такие вас назвал? Сатижи? При этом так невозмутимо. Ну ладно, какая-то фигня происходит. Да, потом так вот сжимаем. Чтобы пластик там чуть-чуть сошелся. Чуть-чуть подержать, проверить, свободно ли она ходит, там не пережимает ничего. Свободно ходит. Там клей. Ассистент. То есть ты капельку туда просто этот... Ну, чтобы фиксануть чуть-чуть, да? Да, для самоуспокоения. Клей. Она такая маленькая. Ну, вид такой грозный. В W36. Все, это осталось пистолет. Вернуть. Подержать ее нельзя? Ну, может улететь, а лучше ее это. Что мне гарантировано. Где взяли, там и положили, короче. Что-то эти в ее голове сейчас проносится. Паника. Да, она стресс. Не жива, не мертва. Это работа мысли, Ванель. Посмотри мне в глаза. Прямо в глаза. Она тебя запомнила, Оль. Не таким. А вот она тебе и обгадила. Да? Да. Угу. Есть маленькая. Да. На эту сторону. Попробуйте. Сейчас. Мне с вами перестанет есть. Так, туалетная бумага есть у кого-нибудь? Есть, есть. Надо немного сову протереть. Так, давайте придумаем, что дальше делать. Угу.
Единицы большие, а сам все равно с ними кусить. По сути, какие-то выделки на кока-кока там. Вот и да. Серьезно. Выковырили, так сказать, из дома. Простите, простите, я сюда. Катя, снимай этот, она не компьютер. Я тут с Левиком. Сейчас, она подожди. Не подожди. И все равно непонятно, что это. Куча. Мешок сов. Да. Чехол сов. Угу. О, оно глаза открыло. Угу. У меня телевизор не горит. Такой стоит. Мне тоже, поэтому я снимаю на телефон. Ой, сирен. Какой тут телевик с такого расстояния? Тогда эти лужи, пока они там не загадятся. Где-нибудь... Сюда, наверное. Сюда, наверное. Не простым. Ой. Они не хотят еще тебя родно. Ты молитвишься. Ты с ладон. Ой, шипит. Что ты такой? Честно. Ой. Господи, ты боже. Глаза двухцветные. Ага. Он даже не загадывает. Ой. Слушай, они явно это разновозрастные, да? Ну, это совы, да. Сегодня разновозрастные. Куда собрался? Ну да. У этого вон пух еще на башке. Это хрень прилипла. Ну что он такие? Ты же будешь такие? Боком. Бочком валит. Что это бегает? Нет, ну, вот тот самый самостоятельный. Слетят через несколько дней. Самый такой познающий мир такой. Кто эти? Что это за такие деревья странные, малыш? Малыш, давай взрослый. Эй, а ты вообще где-то там бухой валяется? Смотри, тебя смотрят. Ой. Ой, какие же. Какая лапочка. Все равно. Может, сверху? Нет, попробуйся. Ну, видимо, просто расстояние больше. Да, меньше, да, 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 да. Ну, это же 100-400, а не 700. У меня тоже 100-400. Странно. Здесь бы еще вечером самцов ловить, для полного счастья. Это же надо. А телевик такой маленький. Пардон, извините. Он не жрёт, ой, ой, ой. Боюсь, Открываешь, повернись сюда. Нет. Я понимаю, что всем хочется. Да. По размерам кольца подбираешь? Так, а вот эта серия W, она для сплюшек просто, а, и все. А, это специально? Только, да. Только сплюшечные? Ну, с плюшками, на ноги сыч, вот, ага, эта серия идет. Кто награждает? Искать на видео снимаешь? Да, сейчас, да. То есть где там клей? Вот сплюшка, которую мы встретили через год, мы не проклеивали. То есть там ничего не слетело. Но все-таки лучше. А что за клей? Это просто этот самый? Да, ну да. Он только стал сфотографировать. Это вот этот гадкий вонючий. Нет, цена крыла там. Специальный сплюшечный клей. Моментально. Это не обязательно сплюшечный. Ну, сплюшечные кольца, значит, сплюшечный клей. Мы 37. Доживая, наживая. Можно трубить кольцо. Эй, ты где там? Ага, спасибо. Чип ушло. Все, спасибо. Ну там примерно такие же были. Да, абсолютно точно такие же. Ну, сплюшка в целом ровно по срокам. У тебя крылышко где? Нужно прислонить. Ну, там, ну, что ли? Нет. Это мертвое крыло. Запасно я сейчас. Она летела. То, значит, V37, да? Да, да, да. Звезда интернета в будущее.
Нормально держишься? Нормально. Миксом, братаном. Так, теперь В 38. У тебя 38? Пока все звучит логично. Сначала В 36, потом В 37, потом В 34. Все сломалось. Вот глаза закрыли. Это буревух такой правильный. Вот да. Кто так делает? Я. Ведь мы буревух рисовали. Нет, я. Оленька, рука. Нет, вот за это, этот клёвый. Кажется, придется делать второй нестбоксинг по-нижегородски, Лёх. Че? Придется делать второй нестбоксинг по-нижегородски. Ну, видос. Вторая часть, да, продолжение. Да. Ты дипломы, кстати, мы в том году повесили. Угадал, понравилось, да? Ну да, с первого раза. Вот что кость делает. Видите, они уже, хотя у них возраста разные, но они уже явно по характеру отличаются. Вообще классно. Я себе еще фон выбрал прям. Что это соло? Уже это на левую ногу? Правую? Тоже на правую. О! Да. 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 Она-то не задохнется. Вот я тоже. Кто? Ну, думаю, пришли много. Так, сейчас держите. Что? О, зато с уровня можно сфоткать. Улыбочка. Я шел в угол. Ё-моё. На попу развернул. Мы должны как в лагере. Это на контент для Сашки делает. Смотри, сколько его. Че, сфокусировался? Смотрите, мертвый жук. Краед. Че, сфокусировался? Сфокусировался. Мертвый жук, краед. Смотрите, мертвый жук, краед. Ой. Ну, мы туда опилки вообще насыпаем, на самом деле. Разве? Мне кажется, такие же. Мне тоже почему-то кажется, что больше эти. Смотрите. Мне тоже кажется, что больше. Они просто поактивнее. Или они просто, да, как-то по-другому немножко. Ой. Так они пушистые, пушистые. Так, а какая-нибудь есть влажная салфетка? Да. Да что ж ты отвернулся? Тот момент, когда влажная салфетка становится влажной. Влажная? Влажная. Ой, ой. А у нас тут сова.
пятится, пятится. О, как внимательно он смотрит на салфетку. Попробуем. Он еще никогда в жизни да, не видел важную салфетку. Да, достань, мне кажется, она пригодится. Я никому не мешаю. Может, серьезно, не уйти? Ух ты, как у вас там моя решил меня загадить. Ты, не ты. Ты? Маленькие засранцы. Жена лучшего мужа, мама трех годовасиков. Где ты это взял? Мама тугасерь. На инстаграме же многие так подписываются. Ужас. Стебешь, да, Леха? Стебешь? Конечно. Конечно, на меня подписываются. Позируют. А? Еще на меня подписываются. Ой. Иди сюда. Сейчас. Сейчас просто. Фанатов стебешь, да? Много у тебя мам тугасерь? Нормально. Так, дальше. Он стебается. Сорян, сейчас. Ну, Леша. Смотри, там какая-то говня более в глазу. Блин, у вас будут милые сплюшоты, а у меня нет таких фотографий. Мне что, мы тебе не дадим. Ты что? Давай мы пока назвать эту точку. Точку? У нее есть название, кстати, на навигаторе. Расскажу. А слушай, ту надо тоже назвать тогда. Это точка 18 ОС С доллар. Как они прикольно щелкают. Ротом, ротом. У него есть рот и клюв. Отдельно? Да. Какие вы мелкие. Что, порвем инстаграм? Ой. Надо. Да, кстати. Который? Только ли? Эти не такие. Кадры, да. Эй, это сейчас на телефон, Паша. Ой. Ой-ой-ой. Мне сейчас все удалит там, все точки. Сейчас как гаданет разочек. Придется новый телефон купить. Обычно Оля так говорит. Ой-ой. Что это, говорит, тут так скользко? Пашка пытается подлезть. Давай, дружище. Айфон. Ничего себе, Оля делает селфи с Левашкина, который кольцует птенца с плюшки. Спиридоны, да. Саша, ты фоткаешь? Я снимаю, а не фоткаю. Хочешь, чтобы я пофоткал? Бабуля в парке там подбегает к ребятам. Убегает и говорит, а я думал, у вас сова. А, да. Видел? Да. Ладно, ты меня задолбал, все, беги. 33. Привет. Лёв, ты вот с очком будешь ловить. Ты уже где-то делал? Нет. Круто. Будет все впервые. Новые технологии разработал? Ну да. Ай, ё-моё. И легкий смотровик. И пушинки все. О! У RTG какая-нибудь Камчатка есть, там сами будут фотографы, которые фоткают, делают им марки на фоне вулканов. Так они же теперь конкурс устраивают. Ну, фотографы в каждом стыдится там просто. Просто заявку забирают. Чего раскрытие фрагов по полной? Мальчики и девочки не играли, что ли? Они какие-то
Павел Олегович. Вообще халява. А ты рассчитывал на что-то более серьезное? Ломик-то? Нет, ломик, это понятно. А, ломик даже не использовал. Ножовка? Да. Он только... В смысле, его Паша использовал? Как? Я не использовал, я только в руки взял его. Он уже все, и все уже сделал. Гвозди вообще на ура спиливают. Смотрите, прям вообще. Да они вообще... Они же гнилые, Лёх. Даже дело не в этом, я лобзик. Дерево упало. Паш, ты это самое, второй раз мне в кадр лезаешь. Постарайся больше так не делать, пожалуйста. А? Ну как тебе сказать, дружище? Пускай же уж как-нибудь. Смотри, YouTube тебя запомнит. Молодым. А что, это упало, да, дерево? Это все потому, что Левашкин своими когтями на него. Да, Лёх, неаккуратно ты, конечно. Так, сейчас надо выбрать прямое дерево. Вот рядом с этой. Вот здесь, значит, тоже было маленькое озеро. Хотя вот смотрите, стоят сосны сухие, но у них никаких дупломов нет. Они вон высыхают. Все. Левашкин объявляется амнистия. Он. Мы не можем не оправдать. Че, Леша, а что там низко висел? Типа? Низко? Или он обломил ствол? Не, нормально. Кидай. Грибы? Так, сейчас я найду дерево. Блин, поиск дерева — это вообще долгая история. Как? А мы пока уходим на рекламную паузу. Еще топовое место. Самый лучший закат. Ну, как быстро нашли. Биотоповое. Открытая полянка, влажненькая. Плюшка, что там покупается, полует бабочек, стоит. Смотрит, опилочки есть. Вот можно здесь доплюшка. Какая-то с плюшечной есть. Ну это такая промежуточная версия, может, она 2000 плюшка. У нас таких с плюшечки за легко. На юго-восток. Хорошее направление, я считаю. Перспективное. Ну. Кому эти уровень есть? А мне кажется, еще надо ближе. Еще ближе? Ребят, сосна чуть-чуть наклонена. Сосна чуть-чуть наклонена. Да, кстати, сосна реально наклонена. Сосна наклонена. А, туда. Ну ладно. Хорошо. Ладно. Ладно, если мы его не перевесим, он все равно бы лежал на земле почти. В любом случае это будет лучше, чем было. Так, обычно на 4 гвоздях этого хватает. Да. Сверху, снизу. Ну как на 4? Хочешь? 3 сверху, 3 снизу. А, 3 сверху. Ну это для маленьких, на больших мы вообще по 5 фигачим. А жрут уже, просто вообще жрут. Что, комары? Да, меня вот так. Еще ни один не подлетел. Видимо, они все у вас. А у меня куча комаров, вот я стою. Это записали, да? Да. Огонь. Леша, а что ты на дно пропал? Там опилки оставались, у меня никто ни разу не жал. А то есть уже по этой причине его надо было перевезти. Нет, он нормально. Когда я в скаках, мне нормально. Крепкий дупло попался. Битый. Крепкий битый. Смотри, как мне жал. Да я вижу, что там что-то алое было. Я сейчас думаю, моего поближе. Для жукой другой версии не одна. У тебя может быть лучше, да? Да.
Да, привет, авиатор. Привет, бро. О, какой. Здесь, кстати, у нас синичник еще рядом висит. На каком-то дереве. Надеюсь, она не высохла. А ты и синички тоже вешаешь? Я вешаю все. У меня в дупломах жило больше 30 видов птиц. Начиная от всяких петрушек, заканчивая сизоворонками, ястрами. В этом году еще хочу фильно загнездить. Фильно? Копать ящик в землю. Как вам такой Илон Маск?